Вряд ли есть в городе человек, который не заметил бы выкопанные траншеи по улице Арзенба. Работы по замене одного из основных столичных водоводов начались 7 июня. Трубопровод на этом участке от улицы Имама Шамиля до улицы Воронова давно требовал капитального ремонта. Но этот водовод действительно в очень ужасном состоянии находился. Вот здесь прямо вот на этом углу. А здесь и мы делали, и СУ ремонтировали очень много. Вся она, это стальная труба была, и она вся ржавая, дырявая, ремонтировали ее уже. И вот решили заменить ее на пластик. Сейчас замена водопровода практически завершена. Рабочие засыпают траншеи. Причем делается это вручную, потому что для подвода спецтехники автомобильное движение по Арзенба пришлось бы перекрыть. Весь грунт, который мы вытащили, мы увезли на свалку. И взамен привезли ПГС и песок, ну как по закону, подсыпали песок, сверху песок, и потом уже ПГС, то, чтобы, если даже дождь пойдет во время работы, чтобы этого грязи не было. Ну, работы уже завершаются, в конце этой недели уже, наверное, будет этот объект сдан. Главным заказчиком замены водопровода по улице Арзенба выступает Сухумский горстрой. По окончании этих работ подрядная организация приступит к укладке асфальта на данном участке. Мы планируем в начале августа начать укладку асфальтобетонного покрытия. И ко Дню Победы мы должны эти улицы уже сдать в эксплуатацию. Вопрос с тротуарами пока остается открытым, потому что мы еще не приняли решение, будет там асфальт или будет уложена плитка, но в любом случае тротуары будут приведены в порядок. В день запуска новых коммуникаций водоснабжение близлежащего района будет приостановлено. Администрация водоканала сообщит точную дату и время отключения в средствах массовой информации. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Сасыркуагуха, Абаза ТВ.